Как только я решила, что ногтями меня уже не удивить... Невеста сделала ногти из праха и костей отца. Прах и кости на ногтях? Серьезно? Я слышала в буддизме про перерождение в животных, в деревья, но ногти... Если будешь плохо себя вести, переродишься в ногти. А вот этот маникюр меня очень повеселил. Казалось бы, очевидно, что это задница. Но что это? Какого черта? Как вообще назвать этот маникюр? Шоколадный глаз? Всевидящее око? Третий глаз? А может это иллюстрация к фразе «глаз на жопу натяну»? Авторы этого маникюра утверждают, что это попкорн в глазури. Но нас ты с вами уже не приведешь, да? Тем более, что прыщи на ногтях мы с вами уже едим. После увиденного так и тянет поблевать? Вуаля! Блюющие ногти! У меня только один вопрос. Где подруги? Почему никто не поддерживает волосы? А вот педикюр с башмачками. Но на башмачки это похоже в последнюю очередь. Ну, а здесь все и так понятно. Ногти для плотских утех. Как же я все-таки скучно живу. Вижу, что ты работаешь переводчиком. Да. А утром ты ела кашу с малиной. Да. Спасибо большое, это невероятно. Господи, хорошо, что я ее сторис еще перед сеансом посмотрела, но ведь все дура про себя выкладывает. Иногда твой инстаграм превращается в болтливую подружку. Саня не вернется. Да точно не вернется. Она 2 часа назад в сторис выложила, что в санаторию ехала. Вот смотри. Ребят, а я что-то новую карту получила. Вот смотрите, одна сторона, вторая. Такой цвет красивый. Ребята, все деньги с карты украли. О, здрасте. Здрасте, вы уволены. Почему? Потому что я первый раз вижу, что человек проводит больничные на Бали. Блин, я же вас заблокировала. Ой, ребят, слушайте, гуляя в парке, ни души кругом, ни одного человека, просто удивительно. Ой, ребят, слушайте, гуляя в парке, ни души кругом, ни одного человека. Просто это же Битцевский парк. Сейчас вместе погуляем. Ну что ж, все в сборе. Я вас приветствую на собрании клуба анонимных хейтеров. И у нас сегодня новенький, представьтесь, пожалуйста. Всем привет, мой ник не такой, как все, 3 нижних подчеркивания, 12-24. Сначала я написал Фамбургу, она зачем-то ответила. Я написал снова, и мне сорвало крышу. Меня заблокировали все звезды. Я пишу родителям, родственникам. И я заставил бабушку завести аккаунт и пишу гадости ей. А я перехожу по хэштегу красивой девушки и пишу уродина. Вдруг что перепадет. Ролик говно. Копировать, вставить. А еще у нас в клубе Алевтина, вкусняшка Офишел, уже 2 месяца. Расскажите, как прошла ваша неделя? Всем привет, я написала гадости уже 6 дней. Я начинала с комментариев под фотками Бузовой, знала, что никто не видит. Потом я опустилась до того, что я стала писать «мразь» под фотками котят. Я, честно говоря... Воза вообще-то нормальная. Да на кусок дерьма. Чего сказала? Чего слышал? Ну. Сдохни, тварь. Да ты на свою морду посмотри. Ты мразь, паша! Тихо! Да я сейчас с 8 аккаунтов захерачу. Стерва. Копировать. Хочешь глянуть на новый социальный ролик? Не-не, я завязала, нет. Слепых. Слепых? Да, одним глазком. Ну давай, одним глазком. Перейди, пожалуйста. Отвали ее, да это же полное дерьмо! Отдай сюда! Да. Дерьмо! Ой, сынок, смотри, какие вещи, а! Да не, мам, не очень. Ну ты просто примерь, а! Просто примерь! Пойдем. Ты смотри, какая кофточка, а! Все, пойдем мерить. Это же очень модно, сейчас все ребята так ходят. В классе обзавидуются. Мама, я не буду это носить, оставь. Ну. Ну вот видишь, как хорошо. А ты покупать не хотел, а? Но жених. И снова про трешовые лайфхаки. Смотрим.
Денег хватило только на один билетик в кино. Но как же я могу пойти без подруги? Но она точно знает, как попасть на премьеру по одному билету. Интересно, что она задумала? Да. И зачем надевает эти штаны? Они же ей явно великоваты. Залезаем на подругу. Это какая-то камасутра сейчас у нас все тут происходит. Коала на эвкалипт. Поза коала на эвкалипте. Надеваем верхнюю одежду. Для маскировки затаиваемся и вручаем билет проверяющему. Что вы на меня так смотрите? Да, почему вы спрашиваете? Это неприлично спрашивать о таких вещах. Да у меня ноги из спины. Ничего не подозревая, билетер пропускает нас в кинозал. То есть никого не смутили торчащие сзади ноги, да? Это нормально. Это так можно и в Америку реально. Можно, в принципе, можно так путешествовать. Давайте попробуем. Давайте мы попробуем точно. Не видно? Нет. Ой, пропустите беременную женщину. Ой, 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 кажется, кажется пошло. Кажется пошло преждевременное. Так, ладно, смотрим дальше. Знаешь, что у меня в руках? Билет на лучшую вечеринку в городе. Жаль, пригласительный только на одно лицо. Мы же уже знаем, что они сделают. Ведь у нас есть огромный чемодан. Кое-кто у него точно поместится. Вау, да ты просто мастер компактной упаковки. Мне даже плед закрывай молнию. Самое главное — пройти контроль. Фейс-контроль — это просто какой-то чувак, который впускает ее в другую комнату в этом же доме. Ах, я только что из Ниццы приехала прямо из аэропорта. Фейс-контроль позади. Да здравствуют веселье и безлимитные вкусняшки. Довольно скудный стол. И не забудь поделиться с подругой. Вечеринка улет! Совершенно незаметно, да, что она человеку в чемодане подает вкусняшки. Что, готова? Ага. Давай. Ага, отлично. Руку уберем, давай. Ой, не пишу, я покусим. Сука. У нас что, закончилось мыло? Упс, бумаги тоже нет. А как же ты выкрутилась, малышка, в данной ситуации, мне интересно. До чего мы только докатились. Ну ничего, я знаю, как это исправить. Девочки приходят в ближайшие ТЦ. То есть одна с немытыми руками, а другая уже... С немытым другим местом. И сразу идут в уборную. Подруга достает из сумки пластиковый флакон. Вставляем к диспенсеру и выдавливаем бутылочку мыла. Статья 158 УК РФ. Кража. Мыло домой можно не покупать. Так, что здесь у нас? Бесплатная туалетная бумага? Она не бесплатная, за нее заплатили люди. В хозяйстве пригодится. Эй, ну ты что, ты сейчас нас сдашь со всеми потрохами? С каких это пор кража в общественных местах стала лайфхаком, которым нужно делиться на YouTube? Я не понимаю. Да это прямо 12 друзей Оушена. А ну-ка стоять! Ну где это взяли, а? Украли? Нет, все. Это вышло, и все. Да-да, заходите. Вы знаете, горло очень сильно болит. Вам нужно обязательно сделать МРТ, УЗИ, ОРТ, ЭКГ сделать. Я осмотр глазного дна. Ну, это для начала. Сейчас это запишу, все направления выдам. Это сука хочет денег. Ника! Ника! Стой! Ой, Витал, привет, я тебя сразу не увидела. Ага, когда деньги вернешь? Эта сука хочет денег. Ваш счет, карта или наличные? Чаевые 500 рублей? Эта сука хочет денег. Приехали, с вас 500 рублей. Ну было же 200. Ну да, плюс 100 за ожидание, 100 за багаж и 100 за карамельки. Эта сука хочет денег. Ну что, нарушаем? Эта сука хочет денег.